Що ми ж не контролюємо цей коридор. Які питання? Росія захопила, порушивши закон. Наші територіальні води, все. Але навіть коли хтось говорить про ескалацію і дипломатію, треба все спробувати. Ну, я не розумію, є люди в світі, які за це відповідають. МАГАТЕ технічно відповідає за безпеку на атомних станціях. І керується це завжди двосторонніми договорами між МАГАТЕ і країною, на території якій є станція. Але ми дали можливість МАГАТЕ спілкуватись напряму з Росією. Тому що вони, ну, просто люди хворі на голову. Вони можуть підірвати ту чи іншу станцію. Вони не змогли. МАГАТЕ не може з ними домовитись. ООН не може з Росією домовитись. Розумієте? Ось і все. Володимир Зеленський зустрівся з президентом Болгарії, де був з офіційним візитом, і на камери не витримав, і почав активно дискутувати і сперечатися з Радівим, тому що Радів, президент Болгарії, сказав наступне, що треба шукати дипломатичний шлях вирішення конфлікту в Україні, він не назвав це війною. І десь було проговорено, що боєприпаси самі потрібні Болгарії. Дійшло навіть до того, що президент Болгарії попросив вимкнути камери, тому що настільки на нього тиснув Володимир Зеленський, і все йшло не по тому, як домовлялися, а не по протоколу, що попросив вимкнути камери. Пане Романе, як ви вважаєте, чому так трапилось? Чому Болгарія раптом вирішила назвати війну конфліктом і шукати дипломатичне вирішення? Скорее всего, перед поездкой Верховный Главнокомандующий посмотрел наше с вами видео, где мы с вами говорили о том, что одна из военных таких принципов в отношении, кто не с нами, тот против нас. И потому президент Зеленский, я, конечно, сарказм такой положительный это, президент Зеленский четко начинает проводить эту линию между черным и белым. И это уже делается во внешней политике. Это очень важно. Воюющая страна, у нас нет серого. Должны определиться государства, должны определиться их правительства, должны определиться президенты, те, которые представляют государство. Они, в конце концов, они за белое или за черное? Они за умных или за красивых? То есть пора слазить с забора и в конце концов определяться. Это касается не только Болгарии, хотя там только президент, он с таким, с душком российским. Правительство там проевропейское, правительство нам очень сильно помогает, и народ Болгарии помогает. Но надо определяться. Определяться Болгария, определяться Венгрия, определяться Израилю, определяться Грузии, определяться еще где-то с десятком Греции, то есть десятка стран. Той же Турции, в конце концов, надо определиться между умными или красивыми. И этот вопрос уже надо проводить, потому что если эту черту между черным и белым не провести, то те, кто не с нами, те могут стать против нас в любой момент и ударить в спину. Это уже было, и потому этот момент надо четко понимать. И потому вот президент Зеленский здесь однозначно двумя руками за, он уже это начал делать и в политике в том числе. Очень грамотно. Пане Романе, до речі, згодом Зеленський відвідав і Чехію, де проговорив з нашим другим відверто президентом Чехії. Ну, він сказав, що в НАТО Україну чекають після завершення війни, після перемоги. Загалом, якщо от Зеленський згадував з президентом Болгарії в розмові Запорізьку атомну електростанцію, і зараз от західна преса особливо говорить про наступне, що Путін на межі, і ці дні будуть критичними найближчі, тому що в квітні Сі Цзіньпінь, очільник Китаю, заборонив, можна так сказати, Путіну використовувати ядерну зброю, і зараз він на межі, аби вчинити, можливо, якісь дії на Запорізькій атомній електростанції. Як ви вважаєте, найближчі дні будуть критичними? Дело в том, что вряд ли Китай ему запретил. Китай – это хитрые лисы. Они сначала спровоцировали войну. Путин без Китая, без согласия Си Цзиньпиня или без его волшебного пенделя в прошлом году, он бы не начал эскалацию военных действий. Потому Путин сначала получил добро у Китая. В прошлом году он слетал к Си Цзиньпиню. Прилетел оттуда счастливый, очень сильно счастливый, значит, получил это пендель или добро и напал на Украину уже широкомасштабно, то есть по всей линии соприкосновения. Потому китайцы сейчас хотят состроить такую мину при плохой игре.
не получится у них. Мы прекрасно знаем, кто стоит за Россией. Мы прекрасно знаем, кто снабжает, поддерживает Россию, кто покупает у нее углеводороды, кто снабжает ее теми же боеприпасами напрямую и через прокладки. То есть этот весь дракон иранско-китайско-российский, это один дракон только о трех головах. Потому как бы там Китай что ни говорил, реальные действия Путина, он будет их согласовывать с Си Цзиньпинем, и то, что он даже начал эскалацию по ядерному вопросу, это было тоже с разрешения, а может быть опять же из-под волшебного пенделя того же Си Цзиньпиня. У них картина не совсем приглядная у Китая. Дело в том, что по ядерным зарядам у Китая там, по-моему, 6 сотен всего лишь ядерных зарядов. Они хотят или 4, или 6, вот они хотят с 4 до 6 сотен ядерных зарядов увеличить. У них просто не получается. У россиян больше 1500, у американцев больше 1500 ядерных зарядов. Потому ядерная тема для Пекина, она очень важна. Либо самим увеличить на 1000 где-то и догнать Россию и Америку, либо уменьшить у американцев по каким-то причинам, уменьшить количество боезапасов. То есть китайцы здесь топчутся на своей теме, потому вряд ли Путин как-то против Китая в этом смысле пойдет. Он и начал эскалацию ту же по Запорожской атомы, практически одел на нее пояс Шахида, и начал чисто по Запорожской начал шантажировать мировое сообщество и наше военно-политическое руководство подрывом станции. И за этим стоит тоже Китай. Без согласования с Китаем он бы этого никогда не сделал. Ну а дальше китайцам надо для того, чтобы решить вопрос по Путину. Это ж у них несколько дронов есть, такой же Северная Корея. Это начинает северокорейский Ким Чен Ир сильно много стрелять во все стороны, все бегут к Китаю решить этот вопрос. Вот то же самое картина и здесь. Путин начал шантажировать мир, а побежали к Китаю решать вроде как вопрос. Вот для чего китайцам Россия. Это такая собака, бешеная собака, но пока еще на привязи у Китая. Пане Романе, якщо говорити про останню добу, з 6 на 7 липня знову були запущені шахеди. До речі, шахеди було запущено, от бачимо по статистиці, 12 ударних безпілотників. Частину збили, але є в нас прильоти. 18 шахедів, вроді, запустили. 18, да, збили 12. Да, прильоти є, шахеди йдуть по сложним маршрутам. Выпускаются из того же самого аэродрома, который вот недавно бомбанули. Но они никуда не делись, они оттуда же и делают пуски. Вот сложные, они не такие прямые, не такие линейные, там с большим количеством ответвлений и переломов, то есть летят по сложным маршрутам и пробираются. Причем по тем направлениям, где у нас еще недостаточное количество мобильных групп. Против них работают очень хорошо мобильные группы, но это, для этого надо их достаточное количество на всех предполагаемых маршрутах. Ну, вот они пытаются шахедами проложить маршруты, а потом по этим маршрутам идут калибры. Почему они начали запускать? Вот когда шахеды идут с юга, то после этого волна идет калибров тоже с юга, то есть Черного моря, то есть по этим проложенным маршрутам, там, где проходят шахеды, потом идут калибры. Потому что здесь они еще и такую роль играют про прокладки маршрутов. Пане Романе, якщо говорити по фронту, безпосередньо вийдемо на карту, подивимось Бахмут. Сергій Череватий та і бійці з цього напрямку кажуть, що в нас є кілометрові просування. Очевидно, говориться про південь і район Кліщіївки. Ми з вами про це вже також обговорювали, що ми займаємо ось серйозні висоти біля Кліщіївки. Бачимо, що ми впритул підійшли. І є просування, от, власне, біля Мігу, стели Міг-17, про які ми неодноразово з вами говорили. Скажіть, будь ласка, може таке бути, що у нас буде завдання, власне, зачистити Бахмут? І загалом, бачимо, що замінування півдня дуже потужне. Чи можуть бути варіанти такі, що ми сповільнимо темп на півдні і збільшимо рух напрямку Бахмутського плацдарму?
Ну, дело в том, что это не связанные вещи. Бахмутский плацдарм, он живет, так сказать, своей жизнью. Здесь свои задачи, они оперативные, это не стратегические задачи. Наступать со стороны от Бахмута, допустим, в сторону Донецка или там на Луганск, ну, точно нет смысла. Там несколько гряд, это старые горы разрушенные, потому практически нереально. Но связать российскую армию в районе Бахмута можно. И нужно. Мы сейчас связываем и заставляем россиян перебрасывать с запорожского направления, нашего стратегического направления, заставляем перебрасывать под Бахмут части, им же брать их негде. Потому они забирают с херсонского, запорожского направления уже несколько полков переброшено под Бахмутское. Потому здесь выполняется такая стратегическая задача связывания российских войск. Причем им приходится бросать сюда подготовленные части, тех же десантников, хотя последнее время и наблюдается сборная солянка, то есть им приходится любые части, более-менее готовые, с разных видов и родов войск, но боеготовые, подводить в эту бахмутскую мясорубку теперь им приходится не в самом Бахмуте, им приходится по высотам пытаться нас сбросить с высот. Мы подошли и заняли часть высот в районе Клещеевки, господствующие высоты за нами, и дальше мы двигаемся в районе Верховки севернее. И тот же самолет, это ведь высота, это превышение над Бахмутом. А самолет имеется в виду район, самолет, если он так он называется. Там была раньше стела с МиГ-17, которая встречала всех, кто едет со стороны Донецка в Бахмут, и эту стелу они подорвали. То есть это превышение, это высота, и мы ее также занимаем, выдавливаем, возвращаем себе, выдавливаем российские войска. Вопрос заходить в Бахмут, по-моему, сейчас пока не стоит, потому что оптимально занять высоты и Бахмут использовать как полигон для уничтожения российских войск. Им очень сложно в него заходить, им очень сложно выходить, и перемещаться практически нереально. Мы их любое перемещение контролируем ударами артиллерии с дальности до 25 километров. Потому вот именно такая задача у Бахмута. Полигон для уничтожения россиян, которые будут снимать свои части с запорожского направления. Ну а основная задача этого весенне-летнего наступления – это пересечение сухопутного коридора, выход на Азовское побережье в любой точке. Одна из субзадач – это может быть выход и на Луганск, только не из-под Бахмута. Это выход на Луганск возможен по левому берегу Днепра, Северского Донца, по левому берегу, да, по левому берегу Северского Донца, из-под Кременной, Сватово, на Старобельск, на Счастье, на Луганск. Но это уже больше подготовительный этап для следующей части наступления нашего, уже осенне-зимнего. Но для того, чтобы отрезать Донбасс от связи с Россией. Пане Роман, не знаю, ви чи бачили, але військовослужбовець Сестриватовський дав перше інтерв'ю. Це та людина, яка перед 24 лютого мала підірвати Чонгарський міст. І от, власне, що він каже. Чонгарський міст, я нагадаю нашим глядачам постійним, ось тут це перетин з тимчасово окупованого Криму на фактично материкову Україну. І він каже, що він мав підірвати, він не зумів підірвати, тому що чи то якісь дроти не працювали, чи то якась ДРГ працювала. У мене запитання. Він каже, якщо б ми підірвали міст, це б нічого не поміняло, бо все рівно через годину-півтора росіяни би налагодили понтонні переправи і далі би рухалися на материкову Україну. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи справді підрив своєчасний Чонгарського моста не дав би ніяких результатів? Задержав би на несколько часов в російській часті, які б пішли через Армянськ. Вони і пішли через Армянськ, через Перепол. Потому ничего бы подрыв мостов не дал, именно один подрыв мостов как таковой. Проблема выхода россиян из Крыма в Украину, она более глобальная. Не было проведено в течение 8 лет, с 2014 года, не было проведено мероприятий и по выполнению инженерно-технических сооружений
по выходу и заходу в Крым. Не было той стены, которую отстроил в свое время Сергей Наев, генерал, и еще несколько генералов в районе Донецка. То есть линии фронта не было. Вход и выход в Крым, а тем более последние года перед вторжением полномасштабным, россияне, наше руководство ничего не сделало для того, чтобы запечатать Крым. Наоборот. Потому россияне нашли бы ходы с подрывом или без подрыва, это не важно. Была команда прямая или не была на взрыв или не взрыв, но это уже следствие будет решать. Это военное преступление, они должны были быть подорваны. Почему они не были подорваны, ну, это ли следствие решит, скорее всего, после смены власти. А вот именно глобальная проблема была, именно та, что не было самой концепции отношений с оккупированными территориями. Причем нет, она была по Донбассу. По крайней мере, там отстраивалась линия обороны, и она удержала как раз российские войска, удержала, если бы не вышли они из Крыма, то удержала бы и до сих пор в районе Донбасса. Но в самом Крыму там надо было несколько десятков километров просто перекопать, заминировать, разобрать, не обниматься, не ставить какие-то переходы, погранпереходы или еще что-то. Вообще непонятно, как там пограничники оказались у нашу границу с нашим Крымом, что ли. То есть мы отдали ее, получается, россиянам, раз границу уже нарисовали там. Эти все погранпереходы. Здесь эта проблема была, а не в человеке этом, который не подорвал, или каких-то команд. Угу. Ничего бы это, с одной стороны, не дало. Другая проблема. Она намного глобальнее, системная ошибка, которую совершили наши власти последние, как минимум, за последние 8 лет перед... Все власти за последние 8 лет перед вторжением. По Украине ездили россияне на российских номерах. После 2014-2015 года, после десятка буч в Донецке, после тысячи человек погибших в Донецке, у нас россияне по Украине ездили на российских машинах. Вот это была проблема. Это вопрос верховным главнокомандующим, начиная от Турчинов, Порошенко, Зеленский. То есть они не готовились к войне, естественно, не была отрыта система укреплений. А если еще, не дай бог, была команда снять войска с перекопа Армянска и Арабатской стрелки, то это уже вопрос по 111 статье госизмене. Но это будет разбираться контрразведка. В свое время вот Малюка сейчас начала работать. Я думаю, они разберутся с этим вопросом. Пане Романе, як далі говоримо про Кримський півострів, стало відомо, що Росія, Кремль, Путін дуже і дуже реально почали переживати за те, що ми можемо, на як мінімум, Storm Shadow вдарити по Кримському мосту. І з'явились фотографії, що окупанти ставлять якісь відбивачі, чи що це таке? Угалкові отражателі, так. Угалкові отражателі. Що це є? Кутові відбивачі по-українськи. Это, в принципе, простые такие квадратные уголковые, ну, надо, типа пирамидок, которые они дают при облучении, они дают определенную сигнатуру обратного сигнала. Но это только против головок с радиолокационным наведением. Есть головки, самонаводящиеся ракеты с головками, радиолокационными головками, у которой стоит и радар, то есть она облучает и принимает отраженный сигнал. Но Storm Shadow, у нее не такая головка самонаведения, у нее тепловая, инфракрасная головка самонаведения, на нее не действуют эти сигналы, то есть никак не действуют. Она, когда делает горку при подходе к цели, переключается на до горки, до цели, она идет по сигналам, заложенным внутри, то есть внутри, в мозги ракеты, и уточняется по спутникам, по GPS. А вот уже когда начинает делать горку, она переключается на тепловую головку и дальше сверяет тепловой сигнал от моста или от корабля или от какой-то цели, сверяет с тем, что заложено, там есть или указание,
и она уже идет по тепловой сигнатуре. Потому эти отражатели никак именно на Storm Shadow не повлияют. Они даже не повлияют на Атакамс или там, допустим, на те ракеты, которые могут нам быть переданы с коррекцией по спутникам, также никак не повлияют. Только на радиолокационные. Могут повлиять, допустим, на ракеты типа «Гарпунов», типа «Нептунов». Вот на эти ракеты, да. Они могут дать изменения в сигнатуре обратного сигнала. Но не более того. Но, скорее всего, россияне просто применяют любые способы не только под какие-то ракеты, а просто все, что можно применить, они применяют. Мы помним, когда они включали и дымовую завесу, помните? То есть, да. И вот это тоже один из механизмов прикрытия. Ну да, они ждут удара по Крымскому мосту. В принципе, правильно ждут, если нам не запретят это делать. До речі, ну ми вчора з вами вже проговорювали, що Storm Shadow у нас є, і питання відкрити, та? Ми так саркастично говорили, що Storm Shadow ми б'ємо по всьому узбережжю Азова точно, а от в Крим чомусь вони не залітають. І ви казали, та? Що дуже дивно, тому що цілі, які треба вражати, є. Якщо говорити про допомогу боєприпаси. От стало відомо сьогодні, що можливо, США точно оголосять про новий пакет допомоги, і туди мають війти касетні боєприпаси. Пане Романе, розкажіть трошки про ці касетні боєприпаси, наскільки вони ефективні і чи вони можуть щось змінити в ході бойових дій на фронті? Все залежить від того, в якому виді і яка номенклатура боєприпасів може бути нам передана. Но есть, допустим, две таких основных ракеты и авиабомба. Ракета, авиабомба, которые нам бы пригодились и сейчас бы можно было их использовать. Есть ракета М-26. Это для «Хаймерса». Вот сейчас мы пользуемся ракетой М-31. Это с дальностью под 80 километров. Ну, это фугасные боеприпасы в основном. А есть ракета М-26, дальность у нее поменьше, километров 30-35, ну, где-то в районе 30 километров. Но там именно около 600 суббоеприпасов М-77. Это маленькие такие бомбочки, причем довольно-таки серьезные. Они прожигают броню 10-миллиметровую. Там кумулятивный заряд, при взрыве ракеты в воздухе, ракета взрывается где-то на высоте в районе 700-800 метров, дальше суббоеприпасы распыляются на площади где-то в 25 тысяч квадратных метров. Вот эти 600 с чем-то боеприпасов, этих бомбочек, разбрасываются на такой площади, падая, они стабилизируются, и при ударе о броню или просто о землю, эффект кумулятивный по броне, прожигает броню, легкобронированную технику прожигает и дальше взрывается на земле или по броне. Потому вот такие боеприпасы было бы, конечно, неплохо использовать, как раз эта ракета. Их очень много у американцев, большое количество этих боеприпасов на складах лежит. И, в принципе, нам бы они помогли, мы площади могли бы накрывать, и уничтожая живую силу и легкую броню. Танк он, конечно, уничтожит, но легкую броню прожжет и взорвется. В М-26. Этот же ракетный ускоритель от этой ракеты М-26 используется в GLSDB, тоже ракеты для «Хаймерсов». Это только как разгонный блок для планирующей авиабомбы GBU-39. Мы тоже используем эти ракеты, то есть мы уже их используем, те же разгонные блоки М-26 как раз в этом GLSDB. Потому поставить нам суббоеприпас поставить ракету М-26 с суббоеприпасами М-77, в принципе, можно было бы очень быстро, мы бы сразу их использовали. Есть еще один такой компонент, авиабомбы с такими же суббоеприпасами, которые мы можем также отрабатывать. Сбрасывается авиабомба, также распыляется, это такая же кассетная, разбрасывает эти же, кстати, суббоеприпасы М-77, только уже с самолетов. Потому что один, что другой вариант нам бы пригодился, причем даже сами суббоеприпасы М-77 нам бы пригодились. Почему? Потому что их можно сбрасывать с простого беспилотника.
У нас очень много беспилотников, которые могли бы взять этот суббоеприпас, подтянуть их к броне или к скоплению и сбросить то, что мы сейчас сделаем. Он намного лучше за счет кумулятивной составляющей, даже лучше, чем выстрел от РПГ, которым мы сейчас пользуемся, оперяя его. То есть было бы положительным, конечно, моментом, если бы нам их передали. Вопрос просто в каком виде, либо в качестве заряда для Хаймерсов, либо для авиабомбы. Ну и в том хорошо, а лучше, чтобы и в том тоже. Посмотрим. Есть информация, что должны объявить, но пока они передадут, в общем, пока украинцы, пока не помацаем, не поверят. Ну, власне, так. Є в нас оновлена інформація. На жаль, пане Романе, під час запису стало відомо, що у Львові вже, на жаль, 10-та жертва витягнула з-під завалів. Я нагадаю, що днем раніше, зараз два дні жалоби у Львові, тому що ракетою влучили в житлову інфраструктуру і знищений будинок. Є в нас інформація про F-16, що Румунія готова, виголосилась готувати наших пілотів. Взагалі, пане Романе, як вам історія з цими F-16-ами? Чому так все тянеться? Тому що все сходиться якось до Байдена. Байден не хотів Уоллеса на очільника НАТО, бо той дуже просував нам передавання навчання F-16-тих. Зараз от якісь країни-союзниці, яким F-16-ті передавали Штати, затягують навчання. Чому так Білий Дім розтягує таку необхідну нам авіацію, аби захищати наших хлопців та дівчат з повітря? У Белого дома, если говорить именно о Байдене, об этой, сейчас Белым домом руководит клинтоновско-обамовская группа. Байден, это он был вице-президентом при Обаме как раз в 2014 году, когда Крым сдавали россиянам. Потому они руководят Белым домом сейчас. И у них есть свое видение и свои договоренности, а может быть, когда они продавали Донбасс, они, и Крым, и Донбасс, они в 2014 году что-то за это получили. Отдавать обратно не хотят. Или боятся, по крайней мере. Потому Байден будет, как бы он там ни хотел, но ему надо удерживаться на посту президента и еще и переизбраться, по крайней мере. Потому он выдавливает по капле, по чайной ложечке то, что нам нужно, а вот основные вещи, те, которые бы тут же нанесли разгром россиянам, они придерживают. Вот самолет – это одна из таких номенклатур. F-16. Разными путями с прошлого года они это удерживают, причем эти растяжки по F-16, они завязаны на непередачу россиянами Су-35 Ирану. Вот под Израиль там тоже потоптался израильтяне по позиции Беннета в прошлом году, когда он готовил эти сдачу Крыма и Донбасса в Стамбуле, его работа. То есть израильтяне здесь потоптались. Потому Байден, от него практически все зависит. От него зависит и принятие решения по передаче F-16, так это производство американское. От него же зависит и прием Украины в НАТО. Те страны, которые как-то позиционируют себя противниками этого приема, они тут же станут по струнке смирно, если Байден скажет, что надо Украину принять в НАТО. Вот сейчас все упирается в Байдена. И в Байдена, и в эту клинтоновско-обамовскую группу, которая, я ее шайкой называю, потому что Клинтон в свое время выдавил, то есть снял с нас зонтик ядерный, которым мы прикрывались, заставил отдать оружие ядерное. В 2014 году Обама сдал Донбасс Крымом вместе с Меркель. Но вот сейчас Байден пытается как-то это все устаканить. То есть мы не получаем того оружия, которое могло бы быстро нам помочь вернуть Крым и Донбасс. То есть вот пока это еще священная корова никак не двигается. Ну, посмотрим, если Байден уж будет сильно упираться. Я думаю, народ Америки примет во внимание вот такую упертость Байдена и не даст возможности ни самому Байдену, ни, может быть, демократам всей этой партии, которая сейчас рулит. Хотя там большинство тоже за Украину. То есть так непонятно, как вообще эта обамовская группа удерживается на плаву и самой демпартии, и сейчас в Нью-Йорке. Ну, посмотрим, как будет.
Пане Романе, західна преса також передає, що в квітні, коли Лавров літав на асамблею ООН, з ним начебто зв'язувався Білий Дім, аби закласти, цитую, якісь фундаменти майбутнього перемир'я між Росією і Україною. Наскільки Білий Дім зараз відхрестився, якось сказав, що вони не давали на це світло. Взагалі, що ви думаєте, чи реально могло бути таке, що проводились якісь перемовини? Могло быть однозначно. Бёрнс большой друг Путина уже несколько десятков лет. Он настроил определенные отношения, ему эти отношения, эти ниточки терять неохота, потому он пытается удержать Путина у власти, удержать Россию от развала. И такого рода контакты однозначно это разведка. Разведка всегда выполняет такие не совсем хорошие задачи и нашим, и вашим. В принципе, они думают об американских каких-то интересах, хотя там могут быть и личные интересы, но это уже пусть ЦРУ занимается, только как будет ЦРУ заниматься ЦРУ, сами собой называется. Есть эти моменты, вот как раз это в продолжении того, о чем мы говорили по Байдену в том числе. Не получится у них, чтобы они там себе не налепили, но не получилось в свое время просунуть Януковича. Не получилось Януковичу нас воткнуть в Россию. Ну, не получилось. Не получилось россиянам, вернее, американцам, тому же Байдену, Обаме и той же Меркель сдать Донбасс и Крым навсегда. То есть все равно это все вернется обратно, мы вернем свои территории, как бы они там себе не продавали чего-то, чего бы там себе не нарисовал Израиль, мы все равно вернем свои территории, уберем с нашей уже территории, уберем этих всех пришлых казачков, засланных. Потому пусть топчутся, хуже будет только им. Це однозначно. Пане Романе, дякую вам за черговий зведення якісне. Нагадаю нашим глядачам, на календарі 7 липня. Не забувайте обов'язково коментувати, ставити лайк, аби відео просувалося, і підписуватись. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.